Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и спецпредставителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Кларом. Продолжение состоявшейся в Брюсселе встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве и участии президента Совета Европейского Союза состоялся обмен мнениями о последних событиях в регионе, шагах по нормализации отношений между двумя странами, в том числе подготовке будущего мирного соглашения, организации совместной пограничной комиссии, а также гуманитарных вопросах.